Этот традиционный молодежный форум проводится раз в два года. Старт в нем принимают все средние учебные заведения области. Проходит городской, следом зональный отбор, ну и затем финал, где в игровых видах спорта участвуют все сильнейшие. Все категории населения, все охвачены комплексом мероприятий. То есть в этом году будет старший Надеж, который будет в Саракташе проходить финал. Вот данные соревнования спартакиады Юнус Оренбуржья. В этом году венцом будет фестиваль рабочего спорта, который пройдет в Орске-Новотроицке в сентябре месяце. Под турниры организаторы предоставили центральный спортивный комплекс Оренбурга. В баскетбол девушки играли в зале Дюсша «Надежда», юноши в автотранспортном колледже. Для волейбольных команд были открыты «Олимп» и «Олимпийский». Самый многочисленный вид – легкая атлетика – проходил на стадионе Оренбург. Беговые дисциплины от 100 до 3000 метров, прыжки в длину и высоту. Учащиеся областного центра ходили в фаворитах, например, колледж электроники и бизнеса. Но в легкой атлетике традиционно были сильны и бугурусланцы. Команда нефтяного колледжа, педагогического, медицинского колледжа, сельскохозяйственной техникумы участвовали в этих соревнованиях. Вот, и практически все имеют победителей, призеров различных видов программы по легкой атлетике. Многие ребята являются членами сборной команды Оренбургской области в различных возрастных группах. Вот, ну и здесь они тоже, многие отличились. Победители и призеры были во множестве команд, в том числе из районов области. Путь был недолгий, но все же удалось. Хотя были соперники намного сильнее, но собрался и вот добежал. Ранее в зачет спартакиады прошли соревнования по 12 видам спорта. Всего с первых стартов приняли участие команды более 50 учреждений среднего профессионального образования. Анатолий Юденич, Семен Воробьев, Новости дня.